я приглашаю всех иностранцев к нам. Нас не страшно, вы приезжайте, мы вас любим, всегда рады. Европейцам я бы ничего не пожелала. Я бы, наоборот, русским советовала туда сваливать, в Европу, чем европейцам в Россию. Типа, делать тут нечего. Думаете, нечего здесь? Вообще нечего. Тут ничего, ни образования, по сути, нормального. Ничего, ни денег. А культура, например, русская? Не фанатка. То есть вы бы хотели переехать? Была возможность, да. Приезжайте в Россию, здесь очень много достопримечательностей. Приезжайте в Россию жить. А что еще? Из своих стран? Из своих стран, конечно. У нас здесь классно очень вообще. Дорогие иностранцы, приезжайте к нам в Россию. У нас очень cool и very-very good. Ну, я бы хотела пожелать европейцам, чтобы они приезжали к нам тоже. У нас не так плохо, как вы думаете, если вы так думаете. Ну, я тоже наполовину чешка, поэтому, не знаю, я думаю, что наши люди к вам тоже очень хорошо относятся. Я желаю приехать к нам для того, чтобы познакомиться с невероятной культурой и с классными людьми русскими. Привет! Желаю вам всего самого лучшего, счастья, здоровья. Приезжайте в Россию, не бойтесь русских. Мы классные, и у нас классно. Желаю почувствовать русский простор и пообниматься с березами. Я сама вот учусь в Англии, и, конечно, менталитет их мне не нравится, мне не близок. Им пожелаю быть консервативнее, потому что у них слишком много свободы с их всякими вот нововведениями либеральными, и даже для нас, для нового поколения России, это удивительно. Короче, меньше свободы и больше мозгов. Это все, что я могу им пожелать. Всем привет, приезжайте в Нижний Новгород, здесь самые красивые девушки. Но хотела самое главное сказать, что не бояться реализовывать себя и двигаться к своим целям и мечтам, которые у вас с самого детства есть. Самое главное. И не бойтесь русских, пожалуйста, мы очень добрые, принимаем вас всех, и вы очень классные люди. Так, ну, я считаю, что как бы в России точно надо приезжать. Только смотрите, какая вообще у нас красота. И, между прочим, у нас очень-очень много классных вообще движух проходит. В частности, в Нижнем Новгороде. Вот. И шикарнейшие закаты, красивейшие, добрейшие люди. Поэтому точно надо. Вот. Я бы хотела сказать, что в России люди настоящие, добрые, искренние и всегда будут рады иностранным гостям. Мы вас ждем. Приезжайте. Передать, чтобы приезжали в Россию, потому что это очень хорошая страна, очень красивая, очень культурная и очень-очень много разных исторических заведений каких-нибудь. Вот, это очень красиво, и мне кажется, чтобы как-то оккультуриться, очень красиво сюда приехать, очень полезно будет. Приезжайте, пожалуйста, в Россию, научите меня английскому языку. Спасибо. Я в целом за любовь, чтобы все у всех всегда было хорошо, чтобы все любили друг друга. И главное, поддержка.